В минувшие выходные динамовцы вырвали победу у команды «Хумо» гостей из Ташкента. После двух поражений от «Звезды» и «Химика» хозяевам было необходимо завершить этот отрезок на позитиве. Удалось ли бело-голубым порадовать болельщиков в этой игре, расскажем прямо сейчас. Соперники начали матч с удалений за нарушение численного состава. Ничего замечательного за первые 10 минут на Тверском льду не происходило, зато вторая половина стартового периода оказалась подарком для зрителей. На 11-й минуте мощным щелчком от синей линии капитан «Динамо» Роман Кобелев открыл счет. Затем он же выступил в роли ассистента, когда вторую шайбу в ворота «Хумо» оформлял Виктор Пластинин. Буквально через 26 секунд гости из Ташкента ответили голевым моментом. Проще некуда, выигранный вбрасывание и бросок Евгения Григоренко по воротам. На 16-й минуте хоккеисты «Хумо» сравняли счет усилиями Арсения Ерохина. 2-2. Сразу после перерыва гости вышли вперед. Телони справился с броском защитника Ильина с синей линии. Оставшееся время второго периода прошло в осторожной игре, без голов и без удалений. 3-2 идем, значит, хорошо складывается. Планируем либо приумножить шайбы, либо оставить всех на своих местах, потому что победа нужна как воздух. Заключительная треть матча получилась боевой. Понимая, что отступать некуда, динамовцы создали несколько острейших моментов у ворот соперника. Количество переросло в качество на 45-й минуте, когда Виктор Пластинин оформил дубль, послав шайбу над щитком Романа Смирягина. 3-3. После гола подопечные Сергея Орешкина вполне могли выходить вперед, но счет на табло оставался ничейным. Хоккеисты «Хумо» полностью сосредоточились на обороне, лишив Игоря Тело работы, и дотянули до овертайма. Впрочем, бело-голубые отработали в обороне всей командой. Об этом красноречиво сказал эпизод, в котором нападающий Марк Верба принял на себя мощнейший выстрел игрока гостей. Шансы получить 2 очка в дополнительной 5-минутке имели обе команды, но решающим стал точный бросок Ильи Шипова за 4 секунды до сирены. Победа над «Хумо» завершила 5-матчевую серию поражений «Динамо». Теперь тверская команда отправится в гостевое турне по маршруту Пенза-Тольятти-Самара.